В Москве стартовал национальный хирургический конгресс, а начался он с награждения якутских хирургов. Их отметили высокими наградами за спасение пострадавших в результате крушения самолета Ил-18, которое произошло в декабре прошлого года в Булунском районе. Подробности далее. Для участия в работе конгресса, который проходил в конференц-зале гостиницы «Космос», прибыли представители хирургической области из всех регионов России, в том числе и из Республики Саха-Якутия. Ведь это универсальная площадка для решения профессиональных вопросов. У нас запланировано поздравление и почетные грамоты трем врачам из Якутии. Это Черкашин, Собакин и Староватов. За выдающуюся работу в оказании и успехе, в оказании помощи больным при трагической ситуации аварийной посадки самолета в городе Тикси. Эти награды были вручены за спасательную операцию в декабре 2016 года в городе Тикси при падении самолета Ил-18 в городе Тикси. Там было спасено все 39 пострадавших. Они были транспортированы после трех дней спасательной нашей операции из города Тикси в госпиталя города Москвы и Санкт-Петербурга. Работа общая. Мобильная бригада, которая, несмотря на пургу, да, обманув погоду, прилетели к нам спустя 10 часов. И много было сделано операций, 23 операции было сделано за сутки. Большая награда, это для нас, это спасенные военнослужащие. Добавим, что работа конгресса продлится до 7 апреля, где якутские хирурги примут участие в пленарных заседаниях, мастер-классах, познакомятся с выставкой хирургического оборудования и, приехав в республику, будут применять новинки хирургии для укрепления здоровья северян. Наталья Сазонова, Михаил Кулаков, НВК Саха, Москва.